Строительство одной из главных газовых артерий региона, ветки Томск-Асино, завершится уже в августе. После ее запуска голубое топливо станет доступным для 3 райцентров и 10 небольших деревень, а это 12 тысяч домов и 180 предприятий. Газ получат и крупные промышленные потребители, в частности, Асиновский лесопромышленный парк. Сегодня губернатор проверил ход строительства стратегической магистрали. На совещании в селе Итатка, где оборудуют газораспределительную станцию, Сергей Жвачкин заявил, что область готова выделить субсидии на газовое оборудование малоимущим гражданам и другим льготникам, живущим в частных домах. Виталий Степкин с подробностями. Потаскай его в дом. Надежда Маракина уже полвека живет в частном секторе. Газа в селе не было никогда, поэтому дом отапливают исключительно дровами. Рассказывает, когда была большая семья, проблем с печкой не знали. Но сейчас, в свои 75 лет, пенсионерке приходится тяжело. Очень дрова сейчас дорогие. Надо их испилить, надо исколоть, надо сложить. Надо. Это, конечно, проблема. А я вот живу одна, мне 73 года почти уже. Ну-ка попробуй беременем, потаскай его в дом. Отопление гремит, грохочет, поддувало это открываешь, закрываешь. Страшно, конечно. Ждем газа, ну, рады. Вся моя юность пришла на трассах. Прям аж на данный момент ностальгия. На строительной площадке у деревни Ольговка глава региона вспоминает молодость. Жизненный путь Сергея Жвачкина связан с сибирской тайгой. В 80-е его бригада возводила на севере области первые ветки газопровода. Позже он возглавил одно из крупнейших предприятий отрасли. Нынешние технологии шагнули далеко вперед. Сегодня строители монтируют линейную часть новой трубы, используя автоматизированную технику. Но, как и прежде, на скорости работ сказывается весенняя распутица. Ну, я не думаю, что это серьезно отразится. Единственный сейчас момент, который нас смущает, сейчас будут закрываться дороги. Я так понимаю, с 1 апреля вот такого, до середины мая сможем ли мы по межтрассовому проезду доставлять? Ну, наверное, маленько снизится скорость производства работ, но работа все равно будет идти. О газификации восточных районов области губернатор договорился с председателем правления «Газпрома». Свои автографы на трубе при сварке первого стыка Сергей Жвачкин и Алексей Миллер оставили в сентябре 2017-го. У нас с руководством Томской области, у «Газпрома» и лично с губернатором, господином Жвачкиным, сложились теплые дружеские отношения. И самое главное, наша работа ведется конструктивно и слаженно. Трубопровод Томск-Асино длиной 80 километров станет одной из ключевых газовых артерий региона. Возводить участок начали в ноябре прошлого года, и благодаря работе сразу двух подрядчиков уже готова треть объекта. На участке будут установлены две газораспределительные станции в Асине и селе Итатка. Оборудование уже проверено и доставлено на площадки. Заказчик и подрядчики заверили главу региона, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе. Естественно, постараемся. Ну, и слово, пожалуйста, уберите слово, постараюсь, ладно? Ладно, хорошо, понял. Выполните, да? Да. То есть в августе месяце вы готовы будете сдать свой участок и полностью трубу? Да. Белых пятен на карте газоснабжения остаться не должно, уверен губернатор. В дальнейшем от нового газопровода планируют подвести сети ко всем ближайшим населенным пунктам. Мощности трубы, заверили подрядчики, для этого хватит. Все, что есть на Востоке, должно быть газифицировано. Александровская, Октябрьская, Ольговка, Москали, Малиновку. Молодежную, вы говорите, есть, да? В Малиновке тоже есть газ. И в Малиновке есть, да. В общем, давайте так, посмотрите по плану газификации области. Не должно быть населенных пунктов, которые не газифицированы. Частному сектору за подключение к трубе необходимо заплатить. Стоимость оборудования доходит до 150 тысяч рублей. Но губернатор пообещал помочь субсидиями малоимущим и многодетным семьям, а также пенсионерам, инвалидам и прочим категориям льготников. То есть на каждый индивидуальный жилой дом, значит, общая сумма помощи, чтобы получилось, не менее 100 тысяч. Ну, а уже там 20-30 тысяч, я думаю, что мы проработаем с населением, что они заплатят сами. С 2012 года уровень газификации области вырос вдвое, с 6 до 12%. За это время было построено 750 километров газопроводов. Голубым топливом уже пользуются 500 предприятий и 14 тысяч семей. Мы еще 12 тысяч семей подключаем, то есть почти столько же, сколько мы подключили за 5 лет. И, конечно, безусловно, это очень важно, потому что не просто говорить там, я не говорю вам, что мы там увеличили до 100 миллионов потребления газа, это действительно так, но самое-то главное, он пришел газ к людям. Газоснабжение восточных районов Томской области позволит обеспечить относительно дешевым и экологически чистым топливом населенные пункты в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах. Природный газ получит не только 12 тысяч домовладений, но и 180 предприятий, социальных учреждений, объектов ЖКХ и другие промышленные потребители. Подача в Асино состоится, как и запланировано, в 2020 году.